Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на ремонте принтер HP LaserJet P3015. Поступил с такой проблемой, стал мазать, ну вот клиент приложил отпечаток. Но это проблема термопленки на самом деле, то есть она порвана и в этом месте не закрепляет изображение. И еще к тому же оно все смазывается. Я его включать проверять не буду, потому как можно еще и до кучи испортить резиновый вал. Хотя может он уже там и испорчен, конечно, потому что неизвестно, что так могло порвать пленку. Может там какой-то предмет попал, может и резиновый вал тоже вырвал. В любом случае я это проверять не буду, для того, чтобы дальше там ничего не испортить. Вынем лоток. Открываем крышку и еще чуть-чуть придерживаем эту серую направляющую бумаги. Вместе и еще ниже. Все. Снимаем этот рычажок белый. Просто вверх его поднимаем и все. И откручиваем. Раз, два шурупа. Теперь высвободим всю эту часть. Заднюю крышку. Отводим заднюю вот эту шторку, так скажем. Вот она, нижняя. И снизу, вот здесь вот и вот здесь, есть такие клипсы. Своего рода зацепы. То есть нижней части. Здесь отводим. И здесь отводим. Сейчас я сниму, покажу. Отвел и чуть-чуть вниз опускаем и снимаем стенку. То есть вот я про что говорил. Вот мы отвели. И вот здесь. И вот здесь. Это как клипсы, они снизу цепляются. И вот здесь такая же. Высвобождаем вот эту крышечку. Ее чуть-чуть отводим вправо. И вот таким образом. Все. Вот у нее здесь выступ и здесь выступ. Отсоединяем вот этот шлейф. Высвобождаем вот этот шлейф и вот здесь вот шлейф, тоже фиолетовый. Высвободим вот эту направляющую, вот здесь два фиксатора идут, чуть-чуть их вверх поднимаем лапки и на себя отводим всю направляющую. Откручиваем, раз, два, три, четыре шурупа. И высвобождаем печь на себя. Все, сняли печь. Ну вот наша термопленка порванная. Непонятно, что тут попало. Сейчас разберем, посмотрим. Но у меня ничего не вываливалось. Сейчас мы разберем печку и разберемся. Так, давайте сразу высвободим вот этот шлейф. Отсоединяем его от клеммы. Высвобождаем вот этот сразу же шлейф, который идет непосредственно на термоэлемент. Откручиваем один винт, снимем вот это сопротивление здесь. Высвободим ось, вот эту, вот она идет. Вот здесь клипсу отводим аккуратненько, одну маленькую, вот и где. И высвобождаем его. Здесь вот я держу за вот эту шестерню. Ну не шестерню, а кулачок вот такой вот. Они тут все в мазуте, смазки. Откручиваем. Раз, два винта. Снимем вот эту крышку. Она здесь подпружинена. Аккуратно. Нам надо будет сейчас высвободить. Вот где, вот в этих местах. Предположим, видите, она здесь соскочила. Вот с этой стороны. Вот где. А вот здесь она зацепилась. Ну, она с какой-то из одной из сторон цепляется всегда. То есть нам надо вот эту часть отвести там в сторону. Оп, все. Она разъявит, то придержи пальцем, потому что там пружины мощные вот здесь. Держим и аккуратненько отводим на себя. Оп, все, сняли. Вот эти зажимы вот так вот должны быть. Вынем вот эту направляющую с этой стороны, слева в данном случае я это делаю. Отводим немножко вот корпусную часть вот эту и вынимаем в эту сторону. Все. Потому что у него вот здесь и вот здесь выступы. То есть с одной стороны отводим вот здесь вот и выводим. Поднимаем на себя ее, высвобождаем. Все, ну вот наша грустная пленка. Сейчас мы с ней разберемся. Сейчас пока быстренько глянем резиновый вал, откручим один винт, снимем эту направляющую. Отводим вправо и снимаем. Снимаем резиновый вал. У нас он снялся вместе с бушингами. Ну ничего страшного. Смотрим состояние бушингов. Они в отличном состоянии. По крайней мере, вот этот точно.
То есть у него вот этот контур сбоку вот идет, толщина должна быть равномерная. А если толщина вот здесь уже маленькая, внизу обычно, то желательно его поменять. Но у нас он в отличном состоянии. Ну, как правило, с левой стороны, то есть со стороны, где нет шестерни, он толком-то и не изнашивается. Изнашивается, как правило, вот этот, где идет шестерня, потому что нагрузка идет на шестерню и, соответственно, идет быстрый износ. Протираем. Ну, на самом деле у нас пленка даже не изношена. Ну, физически, то есть она в хорошем состоянии на самом деле. Просто, возможно, что-то попало туда и повредило пленку просто, вот и все. То есть это, так скажем, замена-то не из-за того, что износилась пленка, а она просто порвала ее. Потому что, возможно, ее не так давно, в принципе, и меняли, потому что она реально в достаточно хорошем состоянии еще здесь. Ну, здесь подшипник тоже у нас вообще вот в хорошем состоянии, я бы даже сказал, в отличном. Вот. Но если уже изношенный, как я и говорил, то есть толщина разная от этого контура, то меняйте их. Партномера и ссылки на термопленку, на резиновый вал и на подшипники, бушинги я оставлю в описании. Ну, в нашем случае я их останавливаю обратно. Подшипники здесь идут одинаковые. Подшипники мы почистим и смажем. Убираем всю старую смазку. Смазываем подшипники высокотемпературной смазкой. В данном случае можно использовать смазку для термопленок. Она будет здесь работать прекрасно. Ну, я использую тоже смазку, которая идет, комплектуется с термопленкой цетовской. И мне просто она остается, потому что у меня есть другая смазка для именно термопленок. Все-таки я немного не доверяю смазкам, которые идут с термопленками. А я использую смазку отдельно, в общем, покупаю. Уберем всю смазку вот здесь, у резинового вала, именно в том месте, где вот он крутится, соприкасается с подшипниками. Полностью все вычищаем. Сам резиновый вал у нас еще в хорошем состоянии, он не порван. Такие валы резиновые, вот то, что вот немножко пожеванность есть такая, так не пожеванность, а так скажем, уже такие, этот, как, не знаю, как объяснить, волны такие небольшие. А это вообще ни о чем не говорит абсолютно. То есть он, этот резиновый вал, если его не повредят, не выцарапают, не порвут, так скажем, то он еще переживет не одну термопленку. То есть такие валы, это, ну, норма для них состояния, они работают прекрасно вообще. Устанавливаем обратно резиновый вал. Перейдем к термоэлементу. Снимаем вот этот фиксатор. У него здесь вот металлический такой, так скажем, выступ, который не дает ей сняться. Его просто немножко опускаем вниз, вот этот. И снимаем фиксатор. Потом обратно он просто защелкнется уже. Непонятно, что попало там. Но это, в принципе, не важно. Чистим термоэлемент от старой смазки. Полностью все вычищаем. Снимаем сам термоэлемент. Далее снимем термоэлемент, отстегиваем вот эту клемму, поджимаем вот здесь снизу и высвобождаем на себя. Термоэлемент, ну, у нас, слава богу, не прикипел, но если бы прикипел, достаю все это вот такой стяжкой, обычная стяжка. Где-то из сторон отвожу и потихонечку завожу снизу, чтобы она как бы, ну, снизу их разделяла. Потому что если так тянуть, если вдруг где-то он прикипит, хрупкий, он сломается сразу же. Ну, в нашем случае он не прикипел. Убираем вот здесь всю смазку полностью. Смотрите, в нашем случае пленку разорвало, клиент еще пытался печатать, соответственно, закоксовался тонер. Вот здесь на термоэлементе, ну вот видно. И также здесь на самой, так скажем, оснастке. То есть вот здесь закоксовался тонер. Мы сейчас это все вычистим. Вычищаем мы все это жидкостью УЛЦ, либо жидкостью патент клена. В принципе, одинаковый эффект у них, чистят они тоже хорошо. Но я в данном случае патент клена вычищу, так как она у меня под рукой. Она тоже очень хорошо тонер убирает, счищает. Они вот что УЛЦ, что патент клена, они очень похожи по составу. У нас когда УЛЦ закончился, ну, мы в картриджах используем при заправке ее. Протираем там ролики заряда, там, ролики проявки, магнитные ролики и так далее. Дозирующее лезвие. У нас когда закончилось УЛЦ,
мы использовали паттерн клена. В принципе, особой разницы не заметили. Единственное, паттерн клена чуть быстрее выветривается. А так все, ну они даже пахнут одинаково на самом деле. Вычистил термоэлемент. То же самое сейчас сделаю здесь со снаской. Зачищу все от тонера. Так, все, вычистил я оснастку. Также устанавливаем обратно термоэлемент. Заводим здесь за зажимчик. Одеваем клемму. Смазку я использую в данных аппаратах исключительно HP 300 Молукоты. Ссылку тоже кидану на нее. Хорошая смазка, уже проверили ее. Ну, почти уже второй, наверное, уже используем. Почти заканчивается. Хорошо работает, без проблем вообще. Полагаю, что она настоящая, потому что очень много подделок этой смазки есть, особенно с Алиэкспресса. Наносим на термоэлемент. Смазываем также вот эти фиксаторы. Нанесли смазку, одеваем пленку. Пленку мы используем вот такую вот. Ну, идет такой порт-номер у нее. Написано оригинальная, повышенный ресурс. Ну, то, что она оригинальная, я, конечно, сомневаюсь. Но то, что у нее повышенный ресурс, наверное, так оно и есть. Потому что мы уже меняли их, и ходят они долго, пленки эти. Ну, главное, что это не Литва какая-нибудь. Одеваем кольцом вот в этой стороне, чтобы был. Здесь аккуратно. Сзади вот есть такие небольшие выступы. В них вырезается пленка, когда одеваешь. Все. Одели. Одеваем фиксатор. Оп, все. До щелчка. Далее одеваем сюда. Устанавливаем. Также, друзья, обратила внимание на шестерню привода печки. Она тут вся в трухе, во-первых, я отсюда пылесосил. И она изношена очень сильно. Я хочу ее заменить, потому что если ее не заменить, то принтер будет работать как трактор. Сейчас вот я вам покажу ее состояние, но тут она вообще никакущая. Я проверил там шестерню, которая приводит эту шестерню в движение. Там шестерня вообще в хорошем состоянии. Смазка здесь уже выработалась, и поэтому сухая шестерня начала быстрее вырабатываться и в итоге износилась полностью. Сейчас я вам покажу состояние шестерни, которое надо в любом случае менять. Я что-то поначалу не обратил внимания. Вот у нас шестерня, вот эта вот, она приводит вот этот вал резиновый в движение. У резинового вала шестерня в хорошем состоянии, мы ее менять не будем. А вот здесь вот прям видно, что вот у нее здесь плоскости такие широкие, вот здесь и здесь. А вот в этой части она прям острая стала. То есть она, ну, износилась, ну, это видно. Вот так вот, наверное, видно будет очень хорошо. Видите, у нее вот практически по центру, вот отсюда до сюда, зубья-то вообще острые стали. Ну, то есть они сточились очень сильно, там, в миллиметр, если не больше. Отсюда будет появляться вот такой, так скажем, звук, характерный гудению. Гул такой. Что-то типа этого попытался вам озвучить. Мы ее сейчас поменяем. Меняется она здесь элементарно. Вот такие у нее портномера. Тоже кину ссылку в описании. Это цетовские шестерни у нас. В принципе, мы практически все цетовское используем на эти вещи. Ну, вот такая вот шестерня должна быть. То есть, видите, у нее вот здесь вот грани у зубцов, они прям толстые, широкие такие. Ну, это вот нормальная, исправная шестерня, так скажем. Это мы тоже сейчас смажем тут еще все. Снимаем здесь топорное кольцо. Шплинт, так скажем. Аккуратно придерживаем его здесь, потому что он может вылететь. Потом будете искать его. Снимаем. Одеваем обратно шплинт. И защелкиваем его. Аккуратно тоже, смотрите, чтобы не вылетело у вас никуда. Теперь все смазываем обильно, вот эту шестерню смазкой. Прям хорошо смазываем. Можно прокрутить ее, ну, вместе с резиновым, так скажем. Вот таким образом прокручиваем и смазываем. Смазать ее, в принципе, можно смазкой для пластиковых шестерен, но здесь желательно, конечно, смазывать смазкой такой более-менее высокотемпературной. У меня есть для таких вещей вот такая смазка, она достаточно, ну, она гораздо дешевле, чем та же, предположим, HP 300 Молукота, она вообще дорогущая. А это недорогая вот такая HTG, вот такой у нее порт-номер, вот HTG 50T. И она вот идет высокотемпературная. Я такие вещи вот ей смазываю, потому что этот тюбик, ну, недорого стоит.
Тут и до хрена просто идет, сколько по грамм, 50 миллилитров. А здесь нам надо чисто вот такую для пластика, так скажем, шестерен, смазку, но главное, чтобы она была высокотемпературная. Потому что если смазывать обычной смазкой, не высокотемпературной, она быстро от температуры, ну, выработается, просто она улетучится, вот и все. Все, она тут уже потом в печке распределится, ой, при работе уже распределится вся. Причем, чем обильнее вы смажете, тем лучше будет, тем дольше будет жить, так скажем, редуктор и шестерни. Все, теперь собираем все в обратном порядке и проверим. Кистюня. Чего ты маленький, иди сюда. Так, все, принтер у нас вышел в готовность. Давайте распечатаем что-нибудь из меню. Информация, печать демо-страниц. Ну, принтер работает тихо. Это его, так скажем, заводское рабочее состояние. Давайте с первой страницы прямо и проверим. Ничего не смазывая. Давайте еще проверим. Печатает он, конечно, хорошо. Не, все отлично. Закрепляет вообще отлично все. Ну вот, в общем, было так, мазня. Сейчас вот так. Все, принтер готов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.